привычка очень важна. Итак, мы продолжаем наш выпуск и вернемся к первой теме, а точнее сообщению Минобороны России, что возглавляемая США международная коалиция поддерживает террористов ИГИЛ и взаимодействует с ними. Это подтверждают фотоснимки, сделанные 9 ноября российскими беспилотными аппаратами во время операции по освобождению города Абу-Кемаль. На них зафиксировано, как вооруженное формирование ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и сирийских правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходит из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади эс-Сабха на сирийско-иракской границе. При этом командование коалиции отказалось наносить удары по группам боевиков, цинично прикрываясь Женевской конвенцией. Якобы боевики добровольно сдавались им в плен. А значит, обходиться с ними надо как с военнопленными. Боевики при этом проводили перегруппировку для новых атак на сирийские войска, об этом сообщают российские Минобороны, ну а для безопасного вывода отступающих боевиков авиация коалиции даже пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетов ВКС России. Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты обеспечивают прикрытие отрядов ИГИЛ и используют их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке. Ну а сейчас наш эфир продолжим.